я... Замолчи! Ни слова больше! Ты носил себе такую ношу, такой груз? Почему же ты не рассказал мне раньше? Я бы все поняла и приняла такой, какой ты есть. Я боялся. Боялся, что ты не поймешь меня, что испугаешься и бросишь меня после этого. Воспримешь как монстра. Каким бы ты ни был, ты — это ты. И я буду любить тебя таким, каким ты есть. Спасибо, Лаура. Я люблю тебя. Знаю, сердце разорваться может, любя. Это как с душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, я все тебе отдам. Кажется, я тут лишний. И что значит монстр? Где-то мертвецы рядом? Никаких мертвецов в округе нет. Профессор вчера ночью запустила беспилотник и распространила вакцину. Теперь мертвецы нам не грозят. Вакцина нейтрализует мертвые клетки мертвецов, и те благополучно умирают. Трупов тоже не остается. Они тут же растворяются под действием собственной кислоты. А ты много знаешь? Возможно, ты можешь стать ученым, как и твой отец. Возможно. Жизнь возвращается в привычные русла. Я дома. Папа! Папа вернулся! Тихо, дети! Отец только с работы, а вы уже набрасываетесь на него, как мертвецы на добычу. Привет, милый. А ну, марш в комнату! Ну, как все прошло? Отлично. Профессор Маклин одобрил мой проект. Теперь осталось его реализовать. А про зону 27? Что-нибудь выяснилось? Столько лет уже прошло. Да. Оказывается, наш благодеятель, профессор Кенджи, не так прост, как кажется. Он и был причиной возникновения зомби. То есть, он и был причиной эпидемии? Ну зачем? Он тяготился на моего отца. Но так и не дошел до цели. У него получился мутант. Мертвец. Тот каким-то образом вырвался из камеры и ушел в город. Так и началась всемирная трагедия. Ясно. Но все в прошлом. Дело раскрыто. И мир снова обрел привычные краски. Теперь нам ничего не грозит.